Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 11-ю серию второго сезона сериала «Горячая точка» вы сможете в четверг, 2 декабря, и в ней вы узнаете о том, как менты поручают Бусыге устранить Ольгу. Бусыга присылает кузнеца. Жека успевает его опередить, убивает и спасает Ольгу. Вместо Жеки навстречу с Ирен идет Эдик. Горюнов с Жихарем его убивают, думая, что перед ними Жека. Потом они убивают и Ирен. Борис Хасанов просит Сыча выяснить, кто убил его сына. Раису забирают в психбольницу. Джихарев сам решает убить Ольгу, но у нее дома его встречает Жека и стреляет в ногу. Горюнов находит Ольгу и обманом выясняет, что Мурин прячется на складе. Но Жека оттуда уходит, оставив там связанного Жихарева. Менты, приехавшие брать Мурина, поджигают склад.